сказала. Мне тоже надо работать. Вы мешаете мне работать, пожалуйста. Это вы мне мешаете работать в данный момент. И я не нахожусь. Не надо. Вы при исполнении или вы не при исполнении? Вы не имеете права. Я не имею права. Это вы не имеете права мне запрещать снимать. Да вы что? Да. Да вы что? А чем вы имеете право мне снимать? Потому что вы находитесь в общественном месте. Я нахожусь на службе, молодой человек. Тем более. Тем более, не мешайте мне нести службу. Это вы мне мешаете работать. Я еще раз говорю, не снимайте меня, пожалуйста. У вас есть на нее разрешение снимать. А что, нужно разрешение на съемку? Конечно. А на основании чего? На основании, у вас должно быть разрешение. На основании чего? Как? Что, эту конституцию уже отменили? Подошли просто так и начали меня снимать или что? Конечно. На основании чего? Вы же на службе, вы же сами сказали. На основании чего? На основании конституции. Какой? Украины. Ну? Или у нас милиция уже конституцию Украины не знает? Ну что, пришли ко мне поговорить сюда или что? Я вас не трогаю. Я говорю, молодой человек, спуститесь, пожалуйста. Не надо мне, пожалуйста, мешать. Спуститесь, пожалуйста. То есть снимать нельзя, находиться здесь нельзя. Я правильно понял? Да. Хорошо. Удостоверение, пожалуйста, покажите. Соколенко Артем Олегович. Да, прессе мешает работе, но так. В чем заключается? Ну вот человек утверждает, что стоять здесь нельзя. Вот нельзя, хотя на территорию я не прохожу. Мне нужно снять, потому что аккредитоваться я не успел. Я уже не стал проходить внутрь. Ну, молодой человек сказал, что он сотрудник, что он при исполнении, что он может запрещать журналисту вести съемку. Какие-то специальные спецзадания. Ну, это понятно. По данному объекту, по охране данного объекта. Но я же не проходил внутрь. Я же внутрь не проходил. Я понимаю. Но у него есть какие-то спецзадания. Ну, пусть он занимается. Недопущение в этом видеосъемке, допустим, наверное. Да? У нас в общественном месте можно запретить снимать. Ну, мало ли. Я как это знаю, мало ли? Есть Конституция Украины, которая разрешает вести съемку в общественном месте. В общественном месте. Да, мы находимся в общественном месте. Ну. Тут есть телеканал, который снимает. И что? Данное предание. Вы что, продали ему эксклюзив? Денег заплатили? Нет, я же не знаю, как аккредитовали сюда. Знаю. Уважаемый, но... вам нагрубили? Да. Каким образом? Я хотел бы еще раз услышать... Вот последнее слово я хотел бы еще раз услышать, правда, если человек соизволит повторить. Вас обозвали как? Вот я хотел бы уточнить, что именно. В смысле, вы не запомнили слово? Ну, вы в это время подошли, когда молодой человек... Вы имеете полное право со своими требованиями, с всякими именно, оскорблениями, которые звучали в ваш адрес, поехать в райотдел. Я свои права знаю. Заявление. Свои права я знаю. Я хотел еще раз уточнить. Работника милиции. Что именно имел в виду молодой человек? Он показал, насколько я видел. Я хотел уточнить, что он мне сказал. Он выполнял свои задачи. Если я понимаю, что согласно Конституции вы имеете сделать право с ним. Ну, вы просто гражданин, проходящий рядом. Правильно я понимаю? Что? Вы просто гражданин, проходящий рядом. А кто вы? Я. А вы гражданского человека имеете право снимать? Конечно. Если он находится в общественном месте, то конечно. Как это вы имеете? А я не имею права, да? Конечно, не имею. Согласно Конституции. Ну, вот так у нас милиция работает. Согласно Конституции, гражданин имеет право. Да, читаем внимательно. Мне нравится, как вы говорите. Пожалуйста, пожалуйста, пусть суд подает, будет гражданский иск. Ну, это будет гражданский. Вы меня в чем-то подозреваете? Я говорю, предъявить, ну, нет, вы у меня попросили удостоверение, вам показали. Это мое право. Вы что, работаете? А у вас должны быть основания, чтобы у меня документ потребовать. Покажите свое разрешение, что вы имеете право здесь... Снимать, проводить съемку. Снимать можно проводить в любом публичном общественном месте. Да вот так. Закрытая вообще-то вечеринка. Вот человек просто проходил мимо, к нашему разговору присоединился, я так понимаю. Проходящий мимо. Просто гражданин. Проходящий мимо. А вы кто? Вот кто. Вы у нас кто? Шелест Владислав Викторович. Ну, так не будь же офицер же, не рядовой. Офицер. Ну, слава богу. Так у нас и офицер еще не знает, что нельзя запрещать снимать, да? Я вам еще раз повторяю.
данному работнику милиции поставлены определенные задачи. Хорошо. По защите. Вы считаете, я нарушаю, мешаю? Я правильно понял? Я вас попросил. Я вам еще раз объясняю. Вы считаете, что я мешаю, да? Мне просто громко. Давайте спустимся. Давайте, если вы считаете, что я нарушаю, вызывайте наряд. Давайте меня оформлять. При чем здесь нарушать? Ну при чем здесь нарушать? Вам еще раз. Прочтите, пожалуйста. Я русским языком. Уважаемый, еще раз. Прочтите, что здесь написано? Пискарха. Дальше. На имя кого? Касьянов. Максим. Да. Ну, я видел. Не дошло, да? По-русски. Окей, все. Я вам объясню. На этом всего хорошего.